нас всегда задача быстрее забить, потому что соперник будет раскрываться, особенно «Зенит», который любит играть, будут свободные зоны, в принципе, чем мы и воспользовались, и забили 4 гола, в принципе, могли и больше. В предыдущей встрече, когда забивали, вот это самое преимущество не увеличивали, в итоге за это каждый раз поплачивались и пропускали. Сегодня, видимо, да, проведена была работа над ошибками. Да, сказали внимательно, нам доигрывать до конца. В перерыве исправили ошибки, которые были у нас в центре поля. И задача была действительно у нас на второй тайм увеличить разрыв, чтобы доигрывать спокойно матч. А мысли о чем? Об уверенной разгромной победе здесь, в Петербурге, или все-таки вот о потенциальном чемпионстве, об этой борьбе? Да, на чемпионство, конечно, хотим идти. И цель у нас была побеждать и надеяться на осечку «Динамо» и самим обыгрывать оставшийся матч с «Мордой». Ну, вера присутствует. Да, конечно.